Коммунальное ЧП во Львове прорвало магистральный водопровод. Без воды остались 50 тысяч человек. Авария произошла еще в пятницу, но чтобы найти место порыва, ремонтникам пришлось обследовать 70 километров трубы. И обнаружили его в 20 километрах от города. На время ремонта пришлось полностью отключить Личаковский район и город Винники. Людям начали подвозить воду в цистернах. Во Львовводоканале сообщают, что ремонт уже завершили. Заполнить систему водой обещают к полуночи.